Мой автомобиль был помыт обществом кисок. Это невероятно. А мой хер тоже был помыт обществом кисок. Это шикарно. Я не хочу, чтобы моя машина была испачкана каким-то дерьмом. Особенно твоим. Хорошо, это будет $87. Спасибо за обед, мужик. Хоть раз. Я думал, что ты угощаешь. Что? Я не взял с собой бумажник. Я вообще не беру бумажник. Если вы вообще не имеете деньги, вы должны работать на кухне. Должны работать на кухне. Мама мия, эти два засранца не платить за их питание. Тогда вам надо сделать пиццу. Но я слишком молод, чтобы делать пиццу. Извини, это забавно. Вы должны сделать 14 пицц для этих голодных нетрезвых сук. Девчонки, я только что заказала пиццу. Ужремся. Хорошо, мы можем это сделать, просто раскатать тесто. Йоу, а это что за херня? О, мой скотч! Ты всю пиццу залил. Я сделал красный соус. Нужно немного салфеток, просто нужно немного салфеток. Бэ, я чувствую, что меня стошнит. Я чувствую, что скоро сдохну. Мама мия, это бениссимо пицца. Теперь у вас есть 2 минуты, чтобы отвезти это пицца. А печь не надо? Нет, нет, мы никогда не печь. Убирайся отсюда. Кирато, ты никогда не делал выпечку настолько красивой. Извини меня, мама. Равиоли. Водитель, тебе нечем водить мою машину. Как это произошло? Эй, ребят. Бля. Прежде дела! Никаких доказательств, что ты не от тела! Что ты делаешь, мужик? Я не знаю! Поехали! Поехали! О, мой скотч, это было так близко. Я не переживу это еще раз. О, бля. Бля. Нет. У нас большие проблемы. Да, 20 человеческих тел в моей машине. Нет, я думаю, что мы не получим чаевых. Ну и что мы будем делать? Есть одна идея. О, нет. А, ну ок. Ну, я думаю, что пиццы не будет. Типа, что мы будем есть? Давайте жрать друг друга. Ты взорвал мою машину! Но, по крайней мере, у нас есть пицца! О, чувак, она сделана из крови и салфеток! Пицца, мумица, банана, фанафл, каннибализм! Озвучено при поддержке никого! Лично мной всем спасибо, все свободны!